Представители более 30 республиканских и федеральных СМИ собрались на коллективный ифтар. Организатором уникального мероприятия выступил муфтия Дагестана при поддержке Министерства печати и информации республики. Подробности Гамзат Нурмагомедов. В махачкалинском ресторане «Феймос» прибывших встречает помощник муфтия Магомед Магомедов. Гости располагаются за красочно оформленными столами. За 20 минут до разговения ведущий мероприятия журналист Ханжан Курбанов приветствует участников. Далее слово предоставляет министру печати и информации Рашиду Акавову. Все журналисты, объединенные этой святой идеей, святой миссией, сегодня пришли и в спокойной, непринужденной и очень в то же время комфортной обстановке смогли поговорить, встретиться, пообщаться. Это очень важно. После него выступает заместитель муфтия Идриса Садулаев. Он напоминает об ответственности журналистов перед обществом. От нашей работы зависит мнение большинства общества, народа, чтобы мы были, если коротко сказать, полезными для общества. Это есть цель от нашей веры тоже, быть полезными, быть любимыми для окружающих. Перед разговением вокалисты читают нараспев нашиды о Рамадане. Время вечерней молитвы наступило, гости принимаются за еду, беседуют друг с другом. Ханжа Курбанов поочередно представляет дорогих гостей. В их числе директоры и главные редактора, корреспонденты и журналисты печатных и телевизионных СМИ Дагестана. Спасибо вам всем. Я желаю вашим семьям всем счастья, благополучия и благодати, и чтобы это все было во всех семьях нашей республики. Это еще один шаг сегодня, когда журналистов перестают делить. Когда здесь есть государственные, негосударственные форматы, печатные форматы, интернет, форматы телевидения. Спасибо огромное за это министерству и муфтияту. За этот удачный опыт, всех рад видеть, на самом деле такая возможность увидеться со всеми, пообщаться. В принципе, все друг друга знаем, но вот так вот, чтобы увидеться и посидеть, такое получается очень нечасто, и сегодня вот очередной замечательный повод. Все в один голос отмечают необходимость устраивать регулярные встречи. Рашид Акавов выступает с идеей создания дискуссионного клуба журналистов. Инициативу министра поддерживают абсолютно все. Действительно, я согласен с каждым, кто сказал, что нам, журналистам, сообществу, на сегодня очень не хватает общения. И вот это общение, которое нам удалось наладить при помощи и министерства, и духовного управления, если оно не закончится на сегодняшний вечер, а найдет свое продолжение, я думаю, это будет, наверное, самый блестящий проект вот этого года, который в сфере журналистики и около журналистики случился. Я шел сюда с мыслью о том, чтобы повидать друзей, повидать коллег, пообщаться. Это такая прекрасная возможность. Надеюсь, эти мероприятия станут ежегодными, откроется клуб журналистки, это будет вообще замечательно. Ну хотя бы чай, кофе, я думаю, нам смогут организовать, да, коллегам. Выступающие поздравляют с наступающим праздником Ураза-Байрам и напоминают о важности писать и говорить только благое. Сейчас время, когда слово засоряется, когда слово надо очищать. Сейчас очень много мусора, люди уже убегают от информации, потому что невозможно в этом океане определиться с тем, что правда, что ложь. Я думаю, что наша общая задача – делать это море слов чистым. Я считаю, что побольше, почаще и светская СМИ, и не светская, и частная, не частная, все почаще собираться и общаться. Я вам говорил, много негативного, которое есть у нас, отступит. И я надеюсь, что в будущем из этого всего что-то положительное получится, чем мы будем гордиться в будущем. Организаторы благодарят представителей дагестанского медиасообщества за то, что откликнулись на приглашение. Это станет, по их словам, началом доброй традиции. Надеюсь, что в этом нашем вот таком маленьком собрании будет начало всего доброго и положительного для нашей республики. В первую очередь. И для каждого из нас тоже в последующем. В ходе беседы журналисты договорились проводить встречу в таком формате ежегодно. В конце мероприятия все участники собрались на коллективное фото. Гостей проводили с памятными подарками. Гамзат Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Ахмад Евпатов, телеканал ННТ, Махачкала.